вертолет, блядь, быстрее. Блядь! Валим! Съебаемся нахуй. Что ты вылыбал, блядь? А то мне, чтобы них не попадали. Отстрелочная ракета, блядь. Сука, там встречают вертолеты, нахуй. Ебаные, блядь, майоры, нахуй. Пидорасы, блядь. Так. Мы предупредили, надо, короче, так, покину. Давай, это там. Раз. А то пизда. Тут пизда. Да, давай перезвоним. Так, давай так. Где тут так? Давай, чушь, где? Ребята, со мной. Пошли. Туда. Командир, кто командир? Командир. Веди иди, блин. Кто командир? Да, блядь, наши? Ну, а кто? Це що, наші, блядь? Ну, вони, блядь, слушай. Блядь, може це не наші, ёбаний нахуй. А я знаю, люди цілі. Блядь, пішов другий бетр. Ні, ніхуя. Ну, і що ти хуярять, що пудово? Пошли отсюда бегом куда! Ты что, ёбнуть? Да блядь, ты долбоёб! Ну ёбнуть и нахуй! Да не наш! Это не наши! Тихо, он опять такой! Сука! На!
не наші! Це не наші! Це не наші! Господи Боже, милостивий! Господи Боже, милостивий! Кого они стреляют, вообще понять невозможно. Тут мирное население и наши солдаты жанки. Сейчас ранили одного бойца, не нашего, а спецподразделил тут, блядь. Чужого, не нашего. На этот самый, весь выход на авиацию армейскую, что за хуйня, блядь. Господи Боже, милостивый. 24-ки заходят и аккуратной очередью, блядь, с пулемета стреляют все наши бэхи, блядь. Господи Боже, милостивый, спаси и сохрани нас за грешных. Господи Боже милостивый, спаси и сохрани нас грешных. Господи, помилуй. 24-ки стреляют, наши, не наши, не знаю. Прилетело 2 24-ки, 1 Ми-8. Они заходят вдоль лесопосадки и аккуратно стреляют по нашему блокпосту, который там уже одни трупы. Господи помилуй. И мы тужили пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих 200-х, блядь. Они заходят и стреляют. Я, блядь, все быстрее в лесопосадке, блядь, лежат. Надо выйти на армейскую авиацию. Кто такие вообще? Какого хрена они стреляют? Ми-24. Нихуя себе.